Всем привет, девчоночки! Я рада видеть вас всех на своем канале, где я худею с большого веса. И сегодня пятница, отчетный период, продолжается отчетный день у меня по весу. Посмотрю мой вес, наверное, попозже чуть-чуть. А я скажу вам, что предыдущий вес у меня был, я сейчас напомню, когда я перед моими морями, у меня вес был 115 400. Сейчас покажу вам свой вес. Смотрите, взвешиваемся. Вот, девочки, 116 600, а был 115, когда я уезжала. Сейчас я вам еще взвешу. 116 или сколько? Или 116 700. Сто шестнадцать шестьсот. Вот мой вес на сегодняшний день. Ну вот, вы посмотрели мой вес сегодняшний. Сегодня прям с утра взвесилась. 116 600. Ну, есть, конечно, прибавка. Есть прибавка килограмм 200 кило, если считать от 15 400, как я уезжала. Вот, никаких 7 килограмм не было. Почему были 7 килограмм? Потому что я когда только не успела приехать, и мы приехали уже где-то часа в 3-4, наверное, нет, где-то около 3 мы приехали дня, да, и пока туда-сюда отвезли внука, а утром я взвесилась. Это значит, на другой день, в субботу, получилось, я взвесилась. И весы показали, да, плюс 7 килограмм от моих вот этих вот 115-14, даже не от 115-14, а от 114, которые у меня были постоянно. Вот. Плюс 7 килограмм показал. Но факт то, что вот прошел день, прошел 2 дня, и у меня-то вес другой совсем стал. А я тут сразу, и вам выложил, что прибавила 7 килограмм. Девочки, за этот день, за 2 ушли отечности. Все прекрасно знают, кто ездит, на машинах ездит, на самолетах, не знаю, есть отечность в ногах или нет, но когда очень долго сидишь на одном месте, все равно ноги отекают. Отекают, и вы выходите из машины, чтобы размяться, чтобы ноги немножко размять. Вы еле оттуда выползаете, правильно? Потому что бывают такие периоды, что невозможно выйти и размять ноги, потому что есть трассы, которые платные, остановиться негде. Нет таких вот карманов, чтобы заехать. Поэтому как-то вот так. В общем, девчоночки, отключилась у меня камера на полусловие. В общем, продолжаю с вами разговаривать. Я уже успела, правда, сбегать и коммуналку заплатить. Ну, в общем, продолжу. Знающие люди, а вас очень много знающих и понимающих, что при путешествии любым сидячим образом отечность появляется. Поэтому многие мне написали и поддержали, что это отечность, потому что вас очень много, которые все знают и все понимают. А вот иногда встречаются такие, наверное, которые или просто забежали, или что, вот пишут: ой, как это 7 килограмм? Да что же вы такое ели? Не объяснить и не хочется. Я доказывать и оправдываться не собираюсь. А результат у меня налицо, что это все была отечность. Отечность ушла, вода ушла лишняя. И вес, если взять грубо, как у меня был 114 мой вес, я дошла до него, то прибавил я всего лишь 2 килограмма 600 грамм. А если взять, как я уезжала на море, у меня было 115 400, то всего я прибавила только
Килограмм? 200 грамм, да. Ну, все, теперь эти надо 2 килограмма сбавлять. Общая сумма 2600 получается. Надо 2600 эти убрать и идти дальше. Набранную я надеюсь, я думаю, что они уйдут. Я к этому стремлюсь. И дальше буду стремиться. Что еще хочу сказать, девчонки? Ой, вчера было 1 сентября, да, отправляла. Все отправляли детей в школу учиться. А сегодня у нас уже, и у нас тоже будни начались, наших похудятельные будни. Без праздника, без всего. Ну, праздники, это так говорится, праздник празднику рознь. Я не говорю, что там я наелась на праздники. Нет, я уже знаю свои ошибки, знаю свои... Я не ем уже ничего такого, чтобы поправляться. Ни сладкого, ни... Ну, фрукты-то ем, а вот быстрые углеводы стараюсь не есть. Не стараюсь, а не ем. И вот видите, с мысли сбилась. О чем с вами хотела... А, я хотела еще вам сказать вот о чем. Что видео с Марией, с моей с отдыха еще будут выходить. Это не все видео. А также будут выходить и с моими тарелочками. Я буду с вами общаться, также выходить. Ну, буду чередовать, наверное, как-то. Потому что там еще, наверное, будет или два, или одно видео. Скорее всего, два. С отдыха еще, как, где мы там лазили, где мы ходили, гуляли, все прочее. Интересно. Кому интересно, смотрите. Кому не интересно, не смотрите. Ну и буду показывать свою похудательную программу. Так что присоединяйтесь ко мне. Кто набрал, кто не набрал. Наступила уже осень. Будем убирать эти набранные килограммы. И идем вперед. Так что вот, девчоночки, я всегда рада, всегда отвечаю на ваши комментарии. Смотрите, пишите, ставьте пальчики вверх. И до новых видео. Всем доброе утро. Это мой завтрак. Вот два яичка и куча овощей. Ну, еще сейчас себе сварю кофеечку. Поэтому всем приятного аппетита. На обед у меня вот супчик такой. Тут 230 грамм. Этот суп из кабачков. Кабачковый. Два помидорчика, кабачок. Два помидорчика, чесночок и все. Больше ничего такого нет. И зелень. Овощной такой, мало овощной супчик. И вот печеночные такие вот котлеты, маффины. И опять много овощей. Огурцы, помидоры. И перчик можно еще зелень добавить. Это все со своего огорода. Так что всем приятного аппетита. Так, девочки, мальчики, это у меня ужин. Рыбка и опять овощи. Рыбка в мезофиле. Протушилась на сковородочке. Без масла. Филе сайды. Очень вкусная рыба. Так что всем приятного аппетита. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. И до новых видео.